среду в Самарской области ясно и малооблачно. Местами пройдет небольшой дождь. Плюс 24, плюс 28 градусов днем, ночью 18-20 выше 0. Ветер западный, северо-западный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани на небе облака, возможен дождь. Днем плюс 28, ночью 20 тепла. Западный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 26, ночью плюс 20 градусов, ветер западный 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно и без осадков, плюс 26 градусов в дневное время, ночью плюс 19, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 56%, геомагнитное поле слабо возмущенное, температура воды в реке Волга 21 градус. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.